Крупнейшая строительная фирма «Старко» оказалась под пристальным вниманием столичной прокуратуры. Причина – задолженность по зарплатам. В инспекцию труда обратились сами сотрудники организации и, как оказалось, не зря. В работе фирмы уже выявлены грубые нарушения трудового законодательства. Внеплановая проверка показала, что почти 400 работников не могут получить свои кровно заработанные деньги. А это порядка 8 миллионов рублей. В данный момент ведутся мероприятия по погашению всей имеющейся задолженности. Мне предоставили справку от организации, что задолженность имеется непогашенная в настоящее время за ноябрь-декабрь 2016 года. Руководство фирмы «Старко» нарушало сроки выплаты заработной платы, вследствие чего и накопилась задолженность. Собранные материалы показывали, что в фирме «Старко» имелась возможность выплачивать заработную плату. Вместе с тем совершались хозяйственные операции, совершались другие сделки, которые направляют денежные средства не на выплату заработной платы, а на другие сферы, что как раз и обусловило невыплату заработной платы и задержку. Руководство компании приводит свои доводы, объясняя задержку зарплаты неплатежами партнеров. К сожалению, да, на сегодняшний день ситуация такова. Конечно, и дольщики запаздывают по платежам, и партнеры по бизнесу тоже понимаем, что не могут все рассчитаться с нами. Очень много должников потихонечку расплачивается. Ситуация, конечно, все-таки, надеемся, в дальнейшем нормализуется. На этой неделе и на следующей неделе все закроем. Татьяна Филатова, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Сергей Адушкин. Республика.